приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня были длительные отношения, после расставания прошло 8 месяцев, у меня другой мужчина, иногда бывает, что меня накрывает. Я скучаю по бывшему, представляю его, жду от него сообщения, плачу по нему, хочу обнять, хотя понимаю, что мы уже не сможем быть вместе, особенно под алкоголем, у меня обостряются чувства, начинаются слезы по нему, которые не остановить, сама не могу ответить себе, почему плачу. Этот человек мне сделал очень больно, но я простила, отпустила его, мы хорошо разошлись. Я не понимаю, почему у меня бывают такие состояния. Вот. Ну, значит, что касается алкоголя, то алкоголь просто усиливает какие-то яркие впечатления, которые у вас имели место быть. То есть, ну, для алкоголя, в принципе, разницы нет в этом смысле. Нет разницы, какое впечатление мы усиливаем. Вот. То есть, ну, а вот в данном случае это что-то связано про, что-то про отношения. Но если бы это были какие-то другие впечатления, вот, какие-то другие эмоции, если бы были, вот, то были бы другие. И нет никакой разницы в том, какие это переживания. Просто достаточно того, что они яркие. Вот. Достаточно того, что они сильные. Вот. И, в принципе, больше ничего человеку не надо. Это первое. А второе. Если у вас вот возникает такая ситуация, которую вы описали, то корень ее кроется в том, что вы заключили в скобках в своем сообщении, а именно то, что разошлись вы хорошо, в кавычках. Вот. То есть, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем желание оставаться хорошим. Мы здесь имеем такую потребность быть правильным. Вот. И, собственно, это потребность. Это установка. Она, в общем-то, и дает вам такие чувства. То есть вы себе полностью прожить, пережить, запрещать, не позволяют. Отсюда и вот такие ваши реакции на какие-то впечатления. Вот. Неполная прожитость,
и хорошая доля рационализации делает свое дело. Интересный здесь мотив ваш, то есть мотив, для чего вы хотели его простить, вот. Зачем вы хотели его простить и почему хотели разойтись хорошо. Есть такое чувство, есть такое ощущение, что не совсем это искренне, скажем так. Есть такое чувство, что во многом вы себя это делать заставляете. Вот. То есть именно вот заставляете себя прощать и отпускать и разойтись по-хорошему. Вот. Но это же указывает то, что вы говорите, что мне человек сделал больно, я не понимаю, почему, откуда у меня такое состояние. Так вот именно поэтому, именно потому, что человек больно вам сделал, вот, такое состояние. Но вы от этой боли как бы убегаете, получается. Вот. Ну вот, убегаете от боли и в итоге вот происходит то, что происходит. Поэтому нужно признать вам в первую очередь, что, вероятно, не все так просто. Вот. То есть нужно признать, что не до конца вы простили, отпустили эту сторону. К сожалению, не до конца. Вот. Нужно признать, что еще впечатления живы. Нужно признать, что что-то еще причиняет боль, что-то еще живо в ваших переживаниях и чувствах. Вот. И, собственно, с этим вам не нужно работать. То есть с психологом допрожить. Вот. Свое состояние. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.